В Омской области стали чаще гореть поля. Пожары происходят не только в сельской местности, но и в пригороде. Так, в ночь на четверг в окрестностях дачного поселка Половинка горело поле. Огонь быстро потушили. За сутки подобных возгораний в регионе зафиксировано больше десятка. По информации МЧС, в этом году в регионе резко выросло число лесных пожаров. К началу мая их уже около 60. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. Большая часть этих возгораний происходит из-за поджога сухой травы.